Всем привет, с вами Женечка, и я продолжаю играть в Outlast. В общем, в прошлый раз я остановился на том, что убегал от каких-то психов, что я, в принципе, сейчас делаю так. Закрываю дверь. Отлично, хоть один добрый человек. Так, тихо. Ха-ха, лалки не успели. Днищ. Так. Здорово. А, за что сражение сделал? За что? О, как втащил мне по щам. Нехорошо, чувак. Да пошел ты, я с тобой никуда не пойду, а. Типа вырубил такой. О боже. Что вообще происходит? Ну, будем считать, что это как бы все утихомирилось, есть шанс немного отдохнуть и просто понаблюдать за спокойствием. Если, конечно, этот чел сейчас не снимет маску, у него там, не знаю, нос как Буратино. О. Я не против, давай я пойду. На самом деле это очень низко, привязывать человека и говорить: беги, чувак, беги. Когда я привязан, чтоб ты горел в аду, урод. Это так низко. Куда ты меня везешь? Кровище. Кистин. О, картины эти же. Ван Гогов как-то. Ну, короче, этих. Кровище тут. О, здорово, чувак. Судя по тому, как орёт этот чел, я бы сказал, что здесь не лучшие условия, даже неплохие. Хрен знает, зачем он куда меня везет. Сейчас посмотрим. Воу-воу, не хочу сюда, здесь темно. Включи хотя бы свет здесь. Давай, я ничего не вижу. Не, я передумал, лучше выключи свет. О боже. Какая у него задница просто отвратительная. Даже боюсь представить, что он сейчас делать со мной будет. Да, надо выбираться. Да пошел ты, я вообще тебя вижу в первый раз, что ты мне тут объясняешь? Операционный стол, какие-то ножи. Ты что, будешь делать со мной операцию? Надеюсь, не по смене пола. О. Не нравится мне это все. Твою мать. Ух, черт, нет. Я, кажется, понял, что он собирается делать. Эй, чувак, что ты делаешь? Мне же больно. Твою мать, какой же ты скотина, гори в аду. Ох, черт. Мои пальцы. Пальчики. Чтоб ты сдох, урод. Боже, задница его отвратительная. Твою ж мать. Как же... А, он отрезал мне только по одному пальцу с каждой руки. Ну, то есть два. Я думал, он мне чисто все пальцы отрезал. Ну, ладно. Ну, все равно больно. О. Так. Все нормально. Ух. Ладно. И это все? То есть не потеря сознания, ничего. Твою ж мать, только что же
Главного героя отрезали пальцы, и он так встал и пошел. Бред какой-то. Ладно. Здорово, чувак. Забавный такой чувачок. Ясно, чё. Ты полегче. Полегче, парень, не стоит. Ты ж мать. Твою ж мать. Что ты так орёшь? А, блин! Он еще будет тут бегать за мной, чёрт! Твою мать, грёбаный урод! Я думал, он добрый, а он позвал его. Козёл. Ты еще, блядь. Лифт. Надо уезжать отсюда. Чтобы воспользоваться лифтом, нужен ключ. Твою ж мать, еще ключ искать. Ненавижу искать какие-то всякие ключи, господи. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Ясно, понятно. Так, наверное, сюда. Там кровь, но ничего страшного. Так. Это что? А, ну вроде бы я оттуда пришел, так что что двигать-то? Ладно. Ой, блин! Твою ж мать. Полегче. Тихо, тихо так. Ух, черт. Это вроде бы не трупы. Да, так и есть. И если я, наверное, здесь пройду, они точно начнут орать все вместе, и придет этот урод. Так, тихо. О, спецбольной. Так. Ого! Ты полегче, парень, он же может еще раз... А, блин! Твою мать! Господи, еще один орущий урод. Да я же вроде бы на картах шел. Да, и что ты будешь делать, кусок говна? Ух, черт, да что же все такие амбалы, двери выбивать так. Тихо, под кровать. Я под кровать. Да пошел ты. Привет. Посмотрев за соседней кровать, он как бы должен был увидеть меня, но он настолько слепой, крот. Походу. Чувак, у тебя задница торчит голая. О каком профессионализме ты вообще можешь говорить? Так что пошел ты. Ладно, теперь придется вообще на картах идти. Я, конечно, не знаю. Ух, вот он еще один спецбольной. С чего тот вообще начал орать? Я же вроде бы шел так тихо, спокойно как разорался и поднял всех на уши. Ну, буду надеяться, что сейчас такого не повторится. Так, тихо. Спокойно отдыхайте, дамы и господа. Ну, скорее, господа. Ни одной дамы я, наверное, здесь еще и не видел. Ух, блин, черт. Чувачок дергается, ну хрен с ним, не орёт, это главное. Так, тихо. Ух, твою ж мать. Наверное, он заорал от того, что я к нему близко подошел, наверное. О, дверь приоткрытая, может туда? Ну, вроде бы оттуда он пришел, да, так и есть. Надо вон туда. Это туалеты. Господи. Так. Тут чисто. Не знаю, я проверяю туалеты в надежде что-то увидеть. Надеюсь, ничего страшного не будет. Обычно это в последних кабинках. А! Фу. Тут
Тихо. Походу, это главный герой, что ли, стонет. Блин. Что-то ломается. Или мне это кажется. Тихо. Ну тут ходит только один доктор, но все равно попасться ему на глаза не стоит попадаться, да. Ух, черт, вон он. Твою ж мать. Ой, блин. Черт, черт, черт. Походу. А, не, не спалил, музыка не заиграла. Тихо, тихо. Все, вроде бы он ушел. Вот я здесь не был. А, черт, спалил. Да пошел ты! Давайте просыпайтесь, орите, твари. Уже все равно он меня спа. Ой, блин, точно дверь-то здесь выбил. В общем, да подзаткнись ты. В общем, проходя тут долгий путь, я смог сбежать от него. Так, в туалет. Ах, пошел ты. Фух. Он не должен меня здесь спалить. Тихо. Ой, это какая-то душевая, наверное, не туалет. Без разницы, господи, страшновато. Так, тихо. По-моему, он там. Ой, черт. Ой, блин, это плохо. А, да пошел ты, дай ты пройти. Твою мать. Урод, хватит бить меня. Дай, блин, убил меня своими ножницами ссаными. Господи. Черт. Твою же мать. В общем, побегав, я опять пришел же в то место, и опять орёт. В общем, я выпустил вот эту вентиляционную шахту. Так. Она точно должна вести куда-нибудь к ключу, скажем. Уж пора его найти, так. Ох, черт. Крест. Я не знаю, хорошо ли это или плохо кресты. Кресты же были в палате, который я очухался после того, как доктор меня, кто там, отец, накачал меня чем-то. Не знаю. А, вот и ключ, отлично. А! Твою же мать! А, это он! Надо бежать. Твою мать. Надо закрыть дверь, пускай помучается, повыбивает ее. Нет, туда назад не убрать. Ой, блин! Твою ж мать! Быстрее в туалет! Ой, блин, и на толчок забраться нельзя, ну, вроде бы как... По логике он должен спалить мои ноги. Ой, блин, уже выбивает дверь. Нельзя на толчок залезть. Слышу его ножницы. Ссаны. Черт. Фу. Блин. Какие же все тут амбалы-то двери выбивать, господи. Ой, блин.
Пошел ты. Ух, твою ж мать, не сюда. Не туда, вот. Да откуда он вылез, этот уродец? Помучись еще. И тут вылез. Не туда, господи. А мне кажется, ли эта дверь как бы скипнулась? Он, по-моему, ее выбивал. Странно все это. А нет, здесь туалет. В общем, побегав, я вспомнил. Вот. Вот этот пароход прямо к лифту должен быть. Где двигать вот эту ботвень? Гори в аду, доктор. Я ухожу от тебя. Все. Фух. Фух. Да, детка. Ух, да пошел ты, не, все равно не успеешь открыть. Ух, черт, успел! Давай, дерись с ним, чувак. Ну, это не я дерусь, это он сам. Это все? Ты сдох? То хрен знает, может, ты какой-нибудь мутант хитрожопый. Ну да, сдох. Все, да выебывался. Будешь знать, как связаться со мной, уродец. Так, ладно. Теперь надо выбираться. На нижний, по-моему, или на верхний этаж, не забыл уже. Этого мужского отделения, по-моему. Окей. Идем. О, неужели комп? Это что-то давненько я в этой игре компов не видел. Так. Фух. Ух ты, кто-то здесь что-то вынес. О, кто это там? О, здорово этот, отец Мартин, или как там тебя? Здорово. Снаружи? Что за бред? Блин, тут же все такие амбалы, почему бы вот, скажем, не выбить дверь или стекло и уж повидаться? Бред, на самом деле. Поэтому вместо этого я должен идти сквозь, не знаю что. Наверное, сквозь страх, отчаяние и... О боже. О, батарейка. И так далее, чтобы встречаться с ним снаружи. Господи. Это очень, очень плохо. Ух ты. Одна хоть новая фотография. Вот это видно сортир. Мне надо попасть наружу. То есть на улицу, наверное. О, во. Тут даже следы есть. О, нифига себе. Что это? Воу-воу. Что это? О, черт, что это здесь происходит? Воу-воу-воу. Огонь полегче. Таких пальцев нет. Здорово. Хоть один человек с волосами. Я тоже заметил, что все здесь лысые. Один вот этот с волосами. Сидит в огне такой прям. У него, наверное, легкие абсолютно любой воздух фильтрует, раз он сидит прямо в пожаре. Ладно, не буду ему мешать. Так, а мне надо открыть какие-то клапаны или что-то в этом роде. Опять клапаны, ненавижу их. Точно здесь какие-нибудь мутанты будут. О, вот. Наверное, он и есть. Господи. Чтобы открыть эту, надо открыть еще что-то. Так, там никого нету.
Ух, твою ж мать, это же этот путч. Так. Дверь вынесена, но пофиг. Шкафчик есть. Буду надеяться, что он меня не спалит. В общем, фух, пройдя через сиденье в шкафчике, он ушел. В общем, пойду сейчас открывать эти вонючие клапаны. Ух, твою мать, он меня спалил! Да пошел ты! Черт! Твою мать, не сюда, вот сюда. Что я вынесла? Господи. Вот этот клапан. Фух. Фух, господи. О, черт, он даже и не вынес дверь. Странно. Чей это? Здесь он не стоит, как ни странно. Значит, все норм. Вот эту дверь вынес. Да он ушел, интересно. Ой, черт! Вот он. Твою мать, сейчас сюда идет. Так тихо. Не буду бежать. Вот тут сидеть. Буду надеяться, что он меня не спалит. А! Твою мать! Как втащил ты меня, да пожал ты! Сейчас точно надо спрятаться. Пошел! И, блядь, а! Фух. Фух. Господи, а эта игра заставляет меня визжать, как девчонка. Господи. Как же страшно-то, а. Это на самом деле страшно, но очень интересная игра. Ладно. Фух. О, вот он вынес дверь. А мне показался или был звук... А, вот, да. Был звук открытия шкафчика. Тут есть второй шкафчик. Ясно, почему он не подошел к моему. То я думал, стоит один шкафчик, только мне его спрятать. Может... Ой, блин. Какой же он амбал-то, а? Ладно. Так, тихо. Вообще, по идее, костлявый доктор вроде бы не должен уносить двери, а этот амбал двери с одного удара должен уносить, но они обои выносят. Так, пройдя через все, я... Блять! Что это? Как же ты меня напугал! Пошел нахуй! Блять! Фух. В общем, пройдя через эти клапаны, неинтересные совершенно, я ни разу не попался к этому жиробасу на глаза. Но открыл все клапаны, в общем, пошел дождь, пожар потушился, и я здесь. Ох, блин, какого-то спартанца порезали. Фух, блин, и вот дальше вылез этот мутант, которого я, собственно, и обосрался. Примерно на клапаны у меня ушло минут 30, наверное, потому что очень долго я искал их, бродил туда-сюда. Ух, блин. О, это свобода. А, найти отца Мартина. По-моему, кто-то там. Вроде бы как я вышел на улицу, но я не чувствую, что я на свободе. Значит, я, наверное, на закрытой территории, что-то в этом роде. Так. Нет, не туда, значит. Поищу тогда, куда тут идти. О, черт. Не люблю гром и молнию уже в этой игре, потому что последний раз я встретил Шреков в гром и молнии. Ой, блин. Мне это не понравилось. Неужели сейчас может быть кого-то встречу? Это будет очень печально и плохо и страшно. И у меня почти батарейка села. Не знает. Ой, черт, что это такое? Ой, бля. Господи, что это было за хрень? Какой-то призрак-мутант. Так.
Нет, оттуда я пришел, значит. Значит, куда-то туда. Ух. А. Это труп охранника, блин. Это ж мне показалось, что опять кто-то от грома появился здесь. Твою мать, куда же здесь идти-то? Не нравится мне дождь, и не нравится мне такая тьма. В общем, побродив здесь, вот я нашел домик деревни, где что-то должно быть. Может, какой-нибудь спуск в погреб, а не ключ. Доступ к хозяйственному блоку. Это, наверное, там, где вот... А, нет, тут лучше ничего взять. Там, где решетка. Наверное, туда, блин, и гром еще сильнее стал. Надо побыстрее бежать туда. Фух. Так, быстрее, быстрее. Мне кажется, кто-то за мной следит. Фу, ну теперь хрен здесь пройдет, наверное. Так, тихо. Разрядим батареечку тихонько так. Тут ничего нету. Дверь можно открыть. Блять! Что? Что это было за хуйня? Твою мать! Господи! Какие-то звуки страшные. Она еще там? Ясно. Типа она в меня влетела или что-то такое. Херня. А звук остался, как будто кто-то из автомата херачит. Ой, блин, молния. Или это просто мое сердце? Фу. От страха. О, крыша. Надеюсь, сейчас будут элементы паркура. О, да. Уа. Классный здесь паркур. Еще в начале мне понравилось. Так. А, вот сюда. Блин, это был какой-то, походу, какой-то черный призрак. Или призрак черного. В общем, неважно, и тот очень страшный. Очень, конечно, это не один и тот же призрак, так. Так, тут уже расстанется... черт! Фак, я разбился. Плохо. Сейчас все по новой придется. Так. Ух, блин, неужто мне... А, ну, этот призрак вроде бы как... безобидный. Сейчас есть шанс посмотреть на него. Да пошел ты. Что-то я тупанул, я нечаянно нажал закрыть дверь. Хотел посмотреть на него, а он получился так, что практически не посмотрел. Нет, это было не мое сердце, опять этот звук, а сейчас-то, в принципе, я уж как-то и не испугался. Ладно, пройдя по крышам, я куда-то забрел. Да, так. Ух, черт. А, во, здесь. И хрен знает, где я. Да, так и есть. Кто это сказал? Господи, молния. Она не перестает меня пугать. Труп, здорово. Еще один труп. Трупы, трупы. А куда идти-то? Ух, черт, чувак, что ты делаешь? Знаете, мне кажется, я понял, что он делает. Это плохо, на самом деле, я презираю это. Так. И это все. Я не знаю, куда тут идти, вроде бы и никаких дверей нет, и ничего. Я прошел столько, чтобы посмотреть, как какой-то... больной стоит, дрочит. Ну где же тут проход-то? Ясно, понятно. Я, пожалуй, на этом завершу уже. На сегодня пока что, наверное. Кирпичей хватит. Так, точно тут никуда нельзя. Не, ладно. Всем пока. С вами был Дженчика. Это был Outlast.
Всем пока и удачи. Блин, батарейка села. Ладно, пока-пока.